Полицейские задержали вымогателей. С заявлением о данном преступлении в правоохранительные органы обратился житель Димитровграда. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое граждан, жители Самарской области, которые действительно были задержаны при вымогательстве денежных средств. Помогали данному гражданину денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Но, как выяснилось, долг у потерпевшего все-таки был, но не меньше, примерно в два раза. Причина игромания. На территории Самарской области димитровградец посещал нелегальные горные заведения с однорукими бандитами, где он и задолжал крупную сумму денег. Однако факт вымогательства с применением силы налицо и возбуждено уголовное дело.